20 декабря 2021 года в регионах России стартовали массовые рейды ГИБДД по выявлению водителей, не пристегивающих ремни безопасности. Подробности смотрите в этом видеоролике. Друзья, всем привет! С вами снова Азат. Это по-прежнему канал «Автосправочная». 20 декабря 2021 года в регионах России стартовала так называемая операция «Ремень безопасности». Что это такое? В эти дни сотрудники госавтоинспекции особое внимание обращают, во-первых, на водителей, которые не передвигаются не пристегнутыми ремнем безопасности, и второе – на водителей, которые перевозят пассажиров, также не пристегнутых ремнем безопасности. К примеру, у нас в Татарстане данная операция пройдет в течение 3 дней, с 20 по 22 декабря 2021 года. Насколько я знаю, в Нижегородской области аналогичные рейды пройдут с 20 аж по 26 декабря текущего года. Также похожие рейды запланированы в Москве, в Подмосковье и также в других регионах России. Я напомню, на сегодняшний день, согласно действующим правилам дорожного движения, если транспортное средство с завода оснащено ремнями безопасности, то все находящиеся в этом транспортном средстве, в том числе водитель и пассажиры, в обязательном порядке должны быть пристегнуты этими ремнями безопасности. В противном случае грозит административная ответственность по статье 12.6 КоАП РФ. Штраф за непристегнутый ремень на сегодняшний день составляет 1000 рублей. Единственное исключение – это ситуация, когда ваше транспортное средство с завода не оснащено ремнями безопасности. К примеру, если у вас какая-то там старая «Волга» ГАЗ-21 советских годов выпуска, то с завода такая машина ремнем безопасности не оснащалась, и, соответственно, необходимости устанавливать ремень на такое транспортное средство у владельца не возникает, потому что в данном случае это будет считаться внесением изменений в конструкцию транспортного средства. Во всех же остальных случаях, как я уже сказал, штраф составляет 1000 рублей. Я напомню, у нас в Татарстане с 1 июля 2021 года данный вид правонарушения начали фиксировать автоматические камеры ГИБДД. И водителям довольно-таки активно приходят письма счастья, где присылают их фотографии, на которых они либо сами не пристегнуты, либо перевозят непристегнутого пассажира. Вот такая вот информация. Помните о том, что соблюдение правил дорожного движения в первую очередь нужно для вас. Это ваша жизнь, ваше здоровье, как говорится. Но во вторую очередь, естественно, это штраф. Поэтому не забывайте пристегиваться и не перевозите пассажиров, которые не пристегнуты ремнями безопасности. Надеюсь, видео было для вас полезно. Спасибо, что досмотрели его до конца. Всем удачи на дорогах и всем пока.